Все смотрит с папой. Да насрать на Что, у меня инфаркт. Многие нас спрашивают, сколько мы зарабатываем на выпусках. Самедыч, что думаешь? Все нормально. Давно хотел на нее попасть, поэтому мы сегодня в школу не пошли. Добрый день. Сегодня у нас автограф-сессия Артема Реброва. Вот он уже там где-то на подъезде у нас. Народу у нас, ну, прилично. Надеюсь, все останутся довольны, все успеют. Сегодня у нас Артем Ребров в гостях. Перед тем, как начать автограф-сессию, мы хотели бы подарить ему от нас наши стандартные сувениры, призы в карт-фураторе нового сезона. Артем, спасибо. Две футболочки из новой серии футболок магазина. В общем-то, носи с удовольствием. Спасибо. Еще раз с прошедшими тебя праздниками. Надеюсь, что сегодня, в общем-то, мы всех порадуем автографами. Итак, начинаем. Артем, пока не начал, переживаешь, нет? Конечно, естественно. Больше, наверное, чем в игре. Да? Как-то волнительно. Смотри. И болельщики. Здрасте. Привет. Сейчас нужно лечиться. Варя, туда смотри. Почему? Все смотрит с папой. Ругает уже? Нет. Только папа? Парни, здорово. Здравствуйте. Долго стояли в очереди? Да, часа 4 стояли. Во сколько приехали? Часа в 11 уже были здесь. Первый раз приезжаете на автограф-сессию? Да. Понравилось? Ну, очень. Конечно. Девочки, переживаете, нет? Нет. Да. Любите Артема? Да. Как вам, понравилось с Артемом? Да, очень понравилось. Все прошло отлично, прекрасно. Первый раз на фотосессию? Нет, не первый раз. На каждую фотосессию есть. Приезжаете, да? Что думаете, какое место займем в этом году? Конечно, первый. Естественно, первый займем. Артем, тоже. Два болельщика Спартака пришли к нам сегодня, члены паралимпийской сборной по футболу. Автографы. С удовольствием, ребят. Спасибо. Все группы. Спасибо. Спасибо. Ребята, привет еще раз. Представьте ребят, молодых людей, какие достижения. Денис, Никита, они в сборной, паралимпийской сборной России по футболу, 5 на 5, тотально слепые. Как успехи, какие-то кубки, медали, что выиграли, ребят? Ну, мы вице-чемпионы Европы, это лучшее наше достижение. Должны были ехать в Бразилию на паралимпийские игры, но не сложилось, будем надеяться, что дальше. Ребят, спасибо вам, желаю вам успехов спортивных, побед побольше и веру в наш любимый Спартак. Ходите на футбол, будем вам рады. Заходите к нам в гости почаще. Спасибо большое, верим, спасибо. Уверен. Спасибо, ребят. Кредит не дадут. Да насрать на кредит! Квартиру не купишь. Нет! Я лук! Ну, просьба только не кричите, пожалуйста, потому что... Что, у меня инфаркт? Что, а? Я, блядь, ребро! Футболист. Да ладно, Серега, скиньте, наверное, или Бушаков, или Залуиш, не? Шабан, спасибо. Пока идет автограф-сессия, новые футболки у нас в стиле GTA, премиум-пак Мегранета и фулл-контакт с матча с бомжами. Все, наверное, помнят видео. Ребят, привет! Привет! Здравствуйте. Как фотосессия с Артемом прошла? Супер, как обычно, каждый год. Каждый год приезжаешь? Каждый год хорошо, да. Давно на футбол ходишь? Не очень? Лишь на один матч ходил. Ну так, надо догонять. Почему так? У нас мама строго. Мама не отпускает? Да. Учиться надо правильно.
Саша, расскажи, как тебе впечатление от Артема о встрече сегодняшней? Понравилось все? Да. Он давно хотел на нее попасть, поэтому мы сегодня в школу не пошли. Прогулял. Ну, как настоящий хулиган. Может, на нем, может, наклейки покрыть. Мужики, здорово. Привет. Как прошла у вас фотосессия с Ребровым? Спасибо. Супер. Спасибо ребятам, спасибо Артему. Супер. Слушай, ну знаю, давно ходите уже на футбол. Уже не первый десяток, да. Понятно, сейчас все обсуждают, какой место имел Спартак, эти СМИ дебильные, да? Загадывать не будем. И медали раньше времени вешать тоже не надо. Да, загадывать. Посмотрим, как будет дальше. Предсезонка, как сборы, да, как первая игра с Краснодаром. Посмотрим, как новички, как Самедов, как этот самый. Да, вопрос. Ну, Самедов не новичок, он играл в Спартаке, он знает всю тактику, он все это понимает. И если он пришел в Спартак, то он должен влиться как бы в коллектив. Привет, всем спасибо Фратрии. Да, спасибо Фратрии и спасибо всем, кто... Спасибо Артему Реброву, спасибо за то, что вы все делаете. Вот, за такие акции. И до встречи на секторе. На стадионе. Что еще сказать? Как автограф сессия прошла? Ну, как всегда, отлично. Не устал, да? Позитивно. Да не, ничего. Как отдохнул? Отдохнул. В сезоне. Кажется, я больше устал в отпуске, чем в сезоне. Дети отдыхать. Фотографии смотрели, малые тебя загоняли, да, там, в мячик? Не, ну это приятные как бы заботы, но, честно, непривычно. Устаешь от этого. Когда сборы у вас начинаются? Завтра медосмотр, сегодня первая группа прошла. Угу. Завтра мы и 18-го полетим уже. Все, хватит. Пора работать, да? Пора уже заниматься. Что, тут по Самедовичу, что думаешь? Все нормально. Так и знал, что так. Я же говорил. Друзья, всем привет. Многие у нас спрашивают, сколько мы зарабатываем на выпусках. Скажем сразу то, что мы не зарабатываем вообще ничего, так как на тех просмотров, которые мы имеем, на них, в принципе, в России ничего не заработаешь. Во-вторых, по поводу рекламы, нам поступали предложения там осветить магазин, да, разные инстаграмы. Мы действительно готовы рассмотреть предложения, все, что связано со спортом, с футболом, со Спартаком. Сами можете заметить, что не так много у нас материала, не так много мы там ездим, освещаем. Конечно, есть куда стремиться, можно делать более качественный контент. Все, кто хочет принять участие в развитии нашего проекта, чтобы мы там, не знаю, больше ездили там на те же самые выезда, покупали какую-то аппаратуру для нашего фотоаппарата, там GoPro и так далее. То есть, все, кому не безразлично, можете бросать какую-то сумму, повторюсь, внизу будет наш кошелек. То есть вместе мы можем больше, поэтому мы никого не принуждаем. Это опять-таки личное дело каждого, так как все, что мы делаем, это мы делаем все своими силами.